как вас вытащить оттуда? Ребят, тут поворот. Скабыщ! Мои почтенные друзья, меня зовут Флаш Райдер, с возвращением в Сабнатика. Ну а перед тем, как мы окунем голову в холодную водичку, вот наша королева The World на сегодня. Ребят, я напомню, чтобы стать королем The World, вам нужно просто прокомментировать это видео на ютубе, если было теперь всего лайкосиков и... И вы у нас на экранчике. Ну что ж, сегодня я был немногословен, а все из-за того, что я прочитал ваши советики и вот это вот все. И теперь я в курсе, что нам делать. Для начала забабахаем сканер. Насколько я понимаю, сканер помогает сканировать... Все. Это все, что делает сканер. Он сканирует всякие приблуды, которые мы можем потом создавать. О мой глоб, зачем я начал на хардкоре? И тем лучше, и тем сочнее будет прохождение. Окей, выстраиваем план действий и следуем четко установленному плану, потому что без него мы погибнем. Аж голос срывается. Ой, сколько тут барахла. О, зачем мне столько барахла? Окей, приготовленный пузырь. Я его скушал. Зачем? Ой, воды мало! Это потому что я соленую еду захавал. Сделаем бумеранга. Ням! Радиомаяк. Медная проволока и титан. Почему бы его не сделать? И чё? Чё он дает? Ладно, разберемся попозже. Что еще бездушная машина ты можешь для меня состряпать? Чё-то сканера не наблюдается. Наверное, в инструментах. Вот батарея и титан. Титан я только что профукал. Прекрасно. Нет, не профукал. Это я вас обманул. У меня есть титан. Чё за фигня? Медная руда есть. Теперь нужна батарея. Как сложно. Где она? Кислородный гриб X2. Опа, я знаю, где его взять. Ну что ж, пора надеть очки для плавания. Опа. По-моему, так гораздо лучше. Ну что ж, ищу-кай! Межукислородный гриб. Это все, что мне нужно было. Теперь мы сделаем батареечку, и у меня будет сканер. Как они жмут, блин. Чтоб вода не попадала в глаза наши соленые. Делаем немножко батареек. Сканер! Есть! Ручной спектроскопический сканер может быть использован для составления чертежей на основе собранных технологий и записи на планетах и биологических данных. Вот он какой красивый! Похож на очень-очень извращенный утюг. О, изготовить аптечку. У меня есть аптечка. Она типа рандомно изготавливается. Поврежденный коммуникационный передатчик. Используйте ремонтный инструмент. У меня есть. Есть инструмент. Еее! ЦП. Это автоматический ответ от Авроры. Водолазы с персональным поводоводом глайдерами будут отправлены по вашим координатам. Помехи. Расчетное время прибытия 9 часов. 9. Окей, правильно ли я понимаю, что через 9 часов ко мне прибудут кореша? Или какие-то... Она послала сообщение ребятам с подводными глайдерами. Окей, у меня снимало всяких приблуд. Осталось только просканировать всю эту местность. Поставить маяк. Все, ты работаешь? Посылаешь в космос какую-нибудь фигню? Очки были плохой идеей. Обойдемся без очков. Сбуль! Тут где-то было очень много обломков, где лежал глайдер. Обломки глайдера. Вот его-то я возьму сейчас. Вот он здесь. Сканируем. Теперь я могу сделать морской глайдер. Да? Или нет? Тут что-то еще есть? Оксиджен. Поднимаемся. О, да, все, получен чертеж глайдера. А, и маяк стоит. Окей, понятно. Значит, сейчас сделаем глайдер, возьмем этот маяк и поставим его в точке, где очень много ресурсов, куда нам нужно будет вернуться. Пусть он просто у нас будет. Спустились. Морской глайдер, батарея, смазка, медная проволока и титан. Хорошо, титан у меня есть. Я думаю, с глайдером мы будем очень быстро перемещаться. Испорченное? О, блин, а его можно выкинуть? Разлагающийся. А, так еда еще и портится, испорченное. Блин, это очень неприятно. Делаем все барахло, которое нужно для глайдера. Окей, значит, нам нужно семена, кислотный гриб и всякое другое барахло. Жбуль! Оказалось, что все и вся еда, которая у меня есть, это полная туфта, и вообще она все испортилась. Сейчас порежу тебя, дай мне еды! Не. Так, а почему я не отплываю далеко от своего домика? Пойду-ка я вон в ту сторону. Если что, поставлю маяк. Вот туда. Курс на то облако. И в любом случае у меня всегда есть сканер. Знаете, я всегда могу просканировать. Что это? А, это вон маленькое семейство зеленожопых. Поплыли от него, Маргарет, он какой-то хамло. О, блин, тут еще одни. У нас какое-то собрание, я так понимаю? Не-не-не, ты на меня так не смотри. Так, кроме водорослей, мне еще нужны пузыри морские, чтобы я смог сделать себе... воду. Ой, что-то темно. Ой-ой-ой, а тут акулы, да? То есть те крокодил-акулы. Кракулы! Все, я взял. Пойдет? Хватит? Ой, что-то шумит жестко прямо. Ой, там что-то произошло. Все обвалилось или мне казалось? Пузыри! Иди сюда, маленький мерзавец! Инвентарь полон, тебе повезло. Живи на сегодня, на ближайшую минуту. Я сейчас все выкину и вернусь за тобой. Так, как мне выбросить невкусную еду? Маленькие пузырики, я иду за вами. Еще немножко, ну-ка, не уплевай, молодец. Ой-ой, неприятности.
эти рыбы так жутко воют, я отрубил музыку, потому что потом я накину ее на монтаже, и без... Ой. И без музыки тут просто жуткие звуки. Блин, мне еще не нравится, когда темно, это очень стрёмно и страшно. Плюс еще нифига не видно. Но мне, в принципе, повезло, у меня очень дружелюбная атмосфера вокруг меня, поэтому сейчас мы доплывем, сделаем глайдер и все. Даже побазарить не с кем. Че все разбежались-то? Блин, ну-ка, посмотрите на эту огромную планету. Лучше, когда я в полной фазе, Влад, не влезай в воду. Особенно по ночам. Окей, хорошо, там сообщение пришло. Еще я очень-очень хочу пить. Попьем и потом послушаем. Пить. Готово. Это автоматический сигнал. Бедствие со спасательной капсулы 4. Координаты прилагаются. Со временем падения капсула не понесла повреждений. Но один член экипажа не покидал ее, и на борту не обнаружено признаков жизни. Подожди. Рекомендуется провести расследование. Ой, вон там упала капсула, и там не было человека. То есть... Люди пытались... What? Она сама готовит аптечки! Какая офигенная у меня капсула! Там тоже, наверное, такая же есть. Было бы здорово, если бы мог я, конечно, управлять. Было бы прикольно подогнать новую капсулу, которая сейчас пойдут. И у меня была бы двухкомнатная капсульная квартира. А я же пришел с ресурсами. Ох, сейчас на глайдере же полетим, наверное. Чё-то вообще... Я вроде сплавал и нифига не достал. Я вообще ничего не могу сделать. Так, ладно, пожертвуем тогда этими водорослями. Сделаем себе... Это. Могу забахать ласты? Нет! Я вообще ничего не могу! Я просто так выходил на улицу. Так, ладно, ну сейчас равно нифига не видно, поэтому быстренько промотаем. Главное, чтобы я не сдох. Ну что ж, добрым утречком! Вот немножко и посветлело, и я так и не вернулся. Домой я набрал очень много медной руды. Правда, я чуть не задохнулся, но это не страшно. Я живой, значит, все в порядке. Осталось взять водоросли. Где бы их взять? Вот зачем мне это барахло? Что оно мне даст? Зачем мне это яйцо? Металлолом? Зачем? Бумеранги! Мое! Ты долго не сможешь плавать. Мое! Мое! Ням-ням-ням-ням-ням-ням! Бумеранг, ты мой! И пузырей наловить! Пузырь! Спасибо! Что это? Камень на медузе и тяге? Я могу сдохнуть? Сначала проскорнируем. Поплавок. Инопланетной формы жизни. Поплавок. Я могу взять. Пусть будет. Ладно, возьму два. А, и водоросли много места занимают. Окей, выбросим тогда вот этот барахло. Это тоже не надо. Свинец. В принципе, нужен. Так, главное, чтобы меня вот эти вот крокодилы твари не застукали и не взяли прям за жопу мою. Быстро, сканируй. Давай. Взял? Одну взял. Мне еще две нужно. Наберется или нет? Ой. Все, я понял, не трогай меня, братан! Еще воды нет. Кислород кончился. Где он? Я буду прыгать! Распрыжечка на воде! О, блин, меня напугал. Страх смерти и начинание все заново просто все портит. Да, таскай лучше металлолом. Таскай, не трогай меня. Окей, съем батончик. Блин, зачем я выбросил? Я его хотел скушать. Кушаем. Вышвырнем, например... Будешь знать! Это мое гнездо. Пошли вонь. Еще надо будет бахнуть кислородных баллонов, потому что я даже плавать долго не могу. Я все время задыхаюсь. Еще. Где? Оп! Пошел вон! Не трогай меня! Я невкусный! Заколупаю! Не! Козёр! Пошел вон! Вы все такие сыкуны, когда я вам нож под ребро воткнешь. Брать, валить. Все, валим. Так, он у меня обиделся. Главное, его не задеть. Он может с днища подплывать. Кайф. Так, окей, я дома. Сейчас сообщение. Персонал Альтера. Говорит, спасательная капсула 3. Загружаю наши координаты. Мы залатали кое-какие дыры в нашем спасательном глайдере. Так что не волнуйтесь, если мы немного опоздаем на место встречи. Также не уезжайте домой без нас. Серьезно. Так здесь есть другие живые люди. Как капсула номер 3, конец связи. Значит, нужно будет обязательно с ними встретиться, но попозже. Пока, чуваки, я пытаюсь выжить. Смазку мы можем сделать вот из этого. Сейчас мы все смажем. Глайдер! Теперь мы можем быстро плавать. Морской глайдер увеличивает вашу эффективную дальность исследований. В целях вашей безопасности не забывайте собирать припасы. Для других путешествий всегда оставайтесь в пределах 5 километров от ближайшей спасательной капсулы или жилого модуля. Почему? Ну, 5 километров это, в принципе, много. Я даже... За километр-то не заползал. Еще аптечка. Прекрасно. Она делает аптеки прямо для меня. О поврежденном глайдере и капсула номер 4 без признаков жизни. Рекомендуется исследовать. Это не рекомендуется исследовать. Капсула номер 4, капсула номер 3 я не вижу. Вон она, 3.
Экипаж сообщил о поврежденном глайдере. Так там есть люди, и они ближе. Сначала пойдемте к людям тогда. Еще одно новое сообщение. Я такой популярный, что мне сообщения все время шлют. Давай. Персонал Альтеры. Говорит, спасательная капсула 17. Похоже, что рядом со мной рухнула передняя часть отсека мотыльков. Не пытайтесь спасти меня без лазерных резаков. Вы только пополните список погибших. Специальная капсула 17, конец связи. Капсуле 17 вообще большие проблемы, но я думаю, он выживет. У него там есть батончики, все такое, плюс аптечки она сама генерирует, значит, больтых! Берем глайдер. Я быстрый. Интересно, он может сесть? Тут вроде батареи, значит может. Значит может. Я здесь. Капсула номер 3. Так, не трогай меня. Здесь есть люди? Я могу залезть. Алло, ребят. Экипаж сообщил о пораженном глайдере. Почему залезть я не могу? Как вас вытащить оттуда? Ребят. Тут поворот. Баллон высокой емкости. Кайф, конечно, но... А где ребята живые? Просто куска нету у капсулы! Кто это сделал? Ты не могли сделать эти бесполезные крокодилы? Рыбодилы! Это бортовой журнал? Тут больше ничего нет? Может, аптечка? Чё-то мне это все не нравится. Как-то жуть нагоняет. Я по пути еще половил немножко пузырей. У меня воды нет все время. Теперь от меня ничто не уйдет. Я очень быстрый и маневренный. Кстати, еще энергия садится у глайдера. А как я его могу заряжать, интересно? Да разберемся, че париться. Я даже не знал, что здесь сюжет есть. Я почему-то думал, что здесь тупо нужно выживать. Так, а что, я взял бортовой журнал, я его исследовал или нет? Так, видео нужно почитать. Увеличенный объем воздуха, титан и кислородный баллон нужен. Так, мотылек. Видимо, в ней нужно будет плавать. Многоцелевая комната. Ситуационный анализ завершен. Коммуникационный передатчик отключен. Персонал Альтеры. Проклятие. Как мы найдем других без сигнала сбора? У нас есть азимут на места падения других капсул. Ты хочешь просто поплыть туда? Если какая помощь придет, то она может быть в годах в пути. Я вижу глайдер снаружи за люком. Если мы сможем его починить, мы доберемся до остальных и соберем материалы для постройки постоянного жилища. Мы в паре шагов от относительной роскоши. Я выйду и посмотрю, что можно найти. Они, видимо, достали глайдер и ушли. Будем верить в лучшее. Они просто достали глайдер и свалили оттуда, потому что там было все ок. Так, окей. Я поменял координаты. Теперь у меня вместо 3 стоит 17, где есть мотылек. Но без резака мы туда не пойдем. Поэтому сначала съездим на капсулу без экипажа, чтобы не расстраиваться, когда настанет день. О, Влад, я такой прозрачный, сквозь меня видны все звезды, и даже сквозь луну. Ладно, это очень странно. Наступает день, пора плыть. Оп! Хлебну-ка я сейчас воды. Ой-ой-ой-ой, радиация, нет, спасибо. Блин, а эта капсула прямо возле Авроры стоит, я не смогу туда добраться без костюма, который защищает от радиации, вот фигня. Окей, у нас новый план. Туда мы добраться не можем, значит нам нужно сделать антирадиационный костюм. Лазерный резак, алмаз и батарея. Вот я даже не знаю, где алмаз взять. Какая беда, сколько всего надо сделать. А вот противорадиационный. Сетчатое волокно и свинец. Свинец у меня вроде был. Так, сетчатое волокно. Теперь я все понял. Мне нужно будет плавать, сканировать все подряд, чтобы сканер говорил, что из чего я могу сделать. И это будет нифига не просто. Ну что, ребят, поставим небольшую паузу, продолжим в следующий раз. Появились какие-то капсулы. Оказывается, мы были не одни, все-таки были выжившие. Но как бы то ни было, мы продолжим в следующий раз. Будем сканировать, искать выживших, искать ресурсы. Построим, возможно, свой дом. Но это в следующий раз. И что, ребят, как вам видео, как вам Снабнатика? Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, если вам понравилось. И вот еще, ребят, я подготовил вам парочку видосиков. Вот тут один, вот тут второй. Очень интересно. Я сам выбирал. Посмотрите, что там да как. И до встречи, ребят, в следующем видео. We'll be right back.